И вот я вам объясняю, где вы можете себе купить мясо. Находится это все рядышком. Вот, первая горбольница. Она вот прямо напротив. Вы из нее выходите, сразу понимаете, где торговый центр Чкаловский. Другого варианта и нет. Вот он здесь был. Зайти очень просто. Вот туда заходите, где тут кафе «Джавид». И везде написано «мясо, мясо». Еще сверху написано «мясной центр». Потому что все продают вам мясо. Но самое качественное мясо и по количеству, оно продается только здесь. И по цене, ну вы сами все понимаете. Заходите вовнутрь прямо и направо, и туда и приходите, и покупаете себе замечательное мясо. И, кстати, я вам рекомендую сюда приехать тем, кто живет в Магнитогорске. Потому что, ну, не каждый может себе купить грудинку за 185 рублей. Итак, оговариваем конкретно. Дешевле мяса сегодня, сейчас я в Магнитогорске не видел. 100% результат. И мы, наверное, возвращаемся в то время, когда магнитка кормила многих. И пусть это типа нововведение, но оно мне нравится. А так, по сути, дешевый город с дешевыми ценами, и на мясо в том числе. Мы говорим про мясо, потому что по-другому не получается. Но мясо не должно стоить дорого. То есть нормальное мясо, есть нормальная конина. Вот конина мне очень нравится. И цена вопроса, ну, 325 это вырезка. Вот. Есть говядина, пожалуйста. Говядина делается вообще вкусным образом, потому что просто она разбирается, и вы даже можете себе мясо взять без косточки. Я сейчас объясню ситуацию. Я покупаю также мясо, да? Покупаю я мясо по 200 рублей. А это мясо, которое я беру, сельское мясо. Но когда я беру сельское мясо, мне приходится отрезать сальцо. Это я просто про свининку говорю. Здесь это же мясо и с сальцом, но она стоит 185 рублей. Отрежьте все. Но есть такое мясо, которое уже обрезанное. Так вот, это мясо, вырезка стоит 210 рублей, обыкновенное мясо 189 рублей. Ну и такие вещи тоже. Все это вырезается, потому что оптимальный вариант. Вы можете себе взять и суповой набор в том числе. Кстати, суповой набор он очень вкусный. И вот шейка без косточки. И без косточки мясо стоит все 249-245 рублей. Ну, а в дальнейшем вот мы сюда можем подойти, да? Я вам сейчас просто в действительности объясню, что мне очень-очень нравится и сердце, и легкое. Вот. Мне еще очень нравится замечательная печень говяжья, тоже вкуснота. Вот. Ножки свиные, из них делают замечательный холодец. Цена вопрос 75 рублей, легкое 75, сердце 165 рублей. Ну и то, что мне очень... Это языки. Все подряд здесь есть. В торговом комплексе Чкаловский. А вот она, радость-то наша. Посмотрите внимательно. Ах, красота! Конинка, да лепота! Изумительный герефорд, сделанный прямо в суп. К слову, о скороварке. Минимальная эксплуатация вашего газа и сногсшибательный результат. А свининка-то? А цена-то? А посмотрите, где, какая цена. Ну посмотрите, что это Магнитогорск. И посмотрите, куда приехать-то. Что захотелось, вот и мне-то как. Потому что за онную сумму я покупаю еще и сало. То есть после уборки сальцо цена-то становится 300 рублей за кило, а то и больше. Вот так вот. Ну это я. А как магнитогорцы-то думают? Какая здесь вообще цена? Ну чтобы было понятно, ну, да? Вот цена, вот смотрите. А вы в городе видели, чтобы где-то в каком-то месте такие цены были? Да нет, не видел. То есть вот в принципе понятно, да, что можно... В торговый центр Чкаловский приехать и взять здесь нормальное дешевое мясо? Вот мы сюда ездим, берем мясо дешевое. А сами где живете? Сами, на левом. Ну и все равно хорошо? Ну конечно хорошо, отлично. Мне просто интересно, женщина в норковой шубке почему-то убежала. Хотя я не понимаю почему. Дело в чем заключается, я также хотел бы брать дешевое мясо, оно же есть, правильно? Да. А вы где же живете? Мы живем здесь недалеко, но на левом берегу. На улице Сосновой. И вот ездите сюда, покупаете постоянно. Здесь мясо, да? Постоянно. Очень устраивает шейка без кости. Дешево. Вкусно. Не первый раз берем. Спасибо. Шкуры нет, костей нету. Обслуживание прекрасное, мясо недорогое. Все очень нравится. Мясо дешево, да, мясо дешево. Все время здесь берем. Довольный, хорошее мясо, свежее. Выбор большой. Так что, пожалуйста, спасибо огромное. Вы же наверняка за мясо пришли, правильно? Ну, пришла посмотреть. Пришли посмотреть мясо, да? Угу. Вот ценники вас не сильно удивляют? Не сильно большие? Нет. Ну, 185 недорого. Это недорого, да ведь?
Да. Вот так вот. Можно говорить о вегетарианстве, но это не Россия. Здесь холодно. И извините, вегетарианство не для нас. Нам подавай мясо. Здесь есть и халяль, и то, что ест обыкновенный россиянин. Ну, хочет он мясо, и пожалуйста. И кто мне говорит, что Магнитогорск дорог? Вовсе нет. Итак, почему мне нравится Левый берег? Ну, понятно, что как бы, ну, здесь нет такой арендной платы, да? А вам доехать абсолютно никаких проблем не существует. То есть все, у каждого есть машины. Чтобы сюда доехать, представляете, сколько вы берете мяса и какая цена. Вот. У нас город-то небольшой, по сути. С вокзала до новых кварталов это всего 12 километров. Но в правобережном районе вы еще постарайтесь такое место найти, чтобы грудинка стоила 189 рублей. Ну нет, ну не бывает такого. Не бывает. И вообще мы прекрасно понимаем, что нас, конечно, обложили пошлинами, но тем не менее Россия опять вернулась на круги свои, мы также производим и мясо, и в том числе замечательная говядинка, герефординка. Вот она здесь есть. Вкуснейшая штучка, представляете? И, естественно, конина. Куда приехать? Торговый центр Чкаловский. Чтобы вы спокойно дошли сюда, вопросов нет. То есть не по центру, а немножко вовнутрь зайдите и направо, и вот то, что вы хотите. Кроме всего прочего, центр Чкаловский, он находится напротив первой горбольницы. Это вы место знаете и поймете, куда приехать.